Так, нас должно быть слышно уже. Так, вот дядя Вить пришел на стрим. Привет, дядя Вить. Так. Отлично. То есть мне переставать ругаться матом? Конечно. Так, меня слышно. И ты произносить слава на букву П. Тебя тоже слышно сейчас. Вот. Вроде все отрегулировано. Дядя Вить, напиши, как слышно, потому что тут есть варианты подергать музыку. Ползунки. Мы пока начнем ЧП Дейла. Так, секундочку. У меня пока экран не подгрузился еще. А, хорошо, скажешь это когда. Live broadcast, please stand by. А может ты на паузе? В прошлый раз, когда ты паузу делал или альтап делал, у меня не отображалось ничего. Кстати, интересно. Вот интересно, знаешь что? Что? Что во, я нас... Во-во-во-во, экран есть. Есть? Есть, все отлично. То есть, когда ты делаешь альтап, мне говорят, типа, ждите. А я вот пытаюсь понять, я что, в альтабе сейчас? Вот сейчас, как будто в альтабе. А где игра? Ну, лично для меня. А-а-а. Всё. Вот сейчас я вижу игру. Может, с опозданием, конечно, но... Сейчас. Прикольно. Так, а чё? А, у меня джойстик не работает. А почему джойстик? У меня джойстик не работает. Сейчас. Момент. А у меня работает. Сейчас, подожди. Это ты дергаешь? Да. Плойка под PlayStation-ский джойстик работает. Ну, грубо говоря, это как будто если бы я к твоему компьютеру присоединил его. Угу. Блин, что за подстава сейчас? Новые технологии. Сейчас я перевоткнусь. Секунду, друзья. А у меня не работает, кстати, почему-то. Я не знаю, почему. Я с клавиатуры не буду играть. Какие мы нежные. Не, а я, во-первых, не хочу. Я думаю, этого достаточно. Сейчас, дядя Вить, повиси ты самый. Сейчас мы тут настроимся. Я сейчас... Не пойму, что за фигня. Сейчас ты с чего? Сейчас? Ну только что работало все, пока я тебя ждал, сидел. Может из-за того, что я присоединился, какие-то этот траблы. Ой, нифига. Уже донат пришел. Сейчас, секунду. На настройку? Сейчас. Merry Christmas. Сейчас я перезапущу игру. Да. Да без проблем. Вот, чтоб работало, вот. Спасибо, дядя Вить, за 500 рублей. Merry Christmas, да. Вот решили. Я, кстати, сегодня продолжаю сбор на день рождения подарок. Опциями. Можно, ну, точнее, как это, просто либо на словах, либо вроде я там поставил как-то. Что можно задонатить на Ведьмака, на нового. О, на третьего Ведьмака, он там сейчас по скидке в PS Store. Мне тут подсказали, я думаю, блин, ну Ведьмака неплохо бы взять, да. Так что, если как бы хотите, то давайте. Так, секунду. Так, работает. Вы финту заплатите чеканы монеты. А то не пой эту песню, песня-то говно. Хорошо, могу на английском. Да, она нет, она вообще говно. Да ладно тебе. Я все сказал. Да, есть два мнения, одно твое, другое неправильно. Не-не-не, я реально считаю, что это плохая песня. Но я не понимаю, чем она всем так нравится. Или она им нравится из разряда типа хуже трэша, лучше нет? Не, почему прям сразу трэш? Для литературного перевода я, как человек, немножко шарящий в английском, считаю, что очень неплохо перевели, но для литературного перевода. Ну, посмотрим. Так. Креативненько. У тебя идет Загружать. Что-нибудь, нет? Загружается экран. Ага. Так. Основной экран есть. Так, секунду, дай я проверю. А теперь у меня пульт не работает. Давай, чини. Сейчас.
Не, дядь Вить, я вообще не спорю. Сколько людей, столько мнений, конечно же. Я сериал еще не досмотрел толком. Когда досмотрю, тогда... Но пока впечатление такое, что надо было что-то до этого знать про Ведьмака. Типа играть или читать. Пока непонятное ощущение. Это ты? Это я. Я могу начать, там же у нас нету таймовера. А ты присоединишься и... Я пока... Я там буду стоять просто, если хочешь. Как мы в прошлый раз играли? Ну ты тоже что-то настраивал. Нет, ты что-то настраивал. Да я просто пульт... Пульт приснил с этим. Я пробовал пульт настроить беспроводной, потом просто через провод подсоединил его и все. О, на английском языке, кстати. Наконец-то, да, не на... Этом. Да, я на китайском проходил. Или, на, япон, и, на японском, или... на японском, да, да, да. Да все проходили, там особенно, там часто... Короче, бомбу заложили в кафехе. В ресторане, да. В кафехе. В кафехе, ресторан. Шаурмячный Угурама. Да, да. Ашот и Камшот. Понятно. Да, 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 да. Монтерей. Монтерей Джек, да. У нас Рокфор, да, его, да, сделали. Ну, это сорт сыра. Да понятно, да. Нам просто Рокфор как-то понятнее. Как и зиппер. Так, работает все? Да. Вот. Сейчас и... Секунду, секунду, секунду. Да. Все пашет. Все даже немножко подтормаживает, я бы сказал. Ну, чуть-чуть есть, да. Но это и в самой игре было. Но у нас, это не переживай, наверное... у нас... Да, 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 кстати, тут вот эта фигня, они почему-то оптимизацию так и не сделали. Она тормозит. Она тормозила и в самой игре. Да, да, да. Ну, когда очень много объектов на экране каких-то таких. Вот, секунду, иди ко мне. Сейчас этот улетит. Да, да, да. Вот ты видел, когда долго идешь, он мигает. Да. Им можно пуляться. Вот пульнись мне. Нет, когда идешь по прямой долго. Вот. И за счет этого можно будет. Мысли сходятся, да? Да. Дядя Витя, расскажи, как себя чувствуешь? Что там вообще, как здоровье-то? Это же главное, основное. Видали, видали? А я его взять хотел. Сделайте игру чуть погромче. Сейчас. Сейчас сделаем. Момент. Это вопрос. Так, вопрос такой. Трансляция-то идет на каком канале? На втором? На основном. А чё? Пытаюсь найти объявление на стриме, чтобы тоже его видеть. А, нашел. Тоже буду немножко подсматривать. По-моему, очень громко сделал, нет? По-моему, очень громко. Сейчас. Я в наушниках просто потише сделаю и все. Не, ты же для людей. Отлично. Мне говорят, что я использую устаревшую версию браузера, и в ней чат не работает.
Так, опять громко, мне кажется. Сейчас. Перфекционизм – страшная сила. Вот так должно быть нормально. Да. Угу. Иди сюда. Да. Именно. Не, его можно взять. Спасибо тебе. На, вам пофиг, пошли. А, он ожил? Да. Не переживает. Ящик поддельный. Сорян. Дай на пробочку. Не допрыгнул. Надо звездочку взять. Вон, курей, курей. Сейчас, вроде нормально 4 дня осталось лежать, диета на полгода, таблетки 14 килограмм скинул. За сколько ты скинул 14 килограмм? Ты чё? Ты уже скинул 14 килограмм? За 2 недели? Дядя Вить, ты чё? Ну нет, ну понятно, что там как бы медики, все дела, я понимаю. Опасно это, конечно, такими массами манипулировать. Хотя, ты вроде не особо-то худой был, поэтому может тебе и норм. Прыгай. Кто оставил бомбу? Я. Водяной кролик, я. Толстопуст попросил меня сотворить диверсию. Не, она сработала, да. Дейл, не-не-не, Толстопуст в тюрьме. Водяной кролик уже нет. Больше нет. Он сбежал прошлой ночью. Он планирует украсть... чего? Какую урну? Урну фараона? А, так и переводится? Урна как урна переводится? Да. А, ну вот Red Wings, да, дядя Витя говорит, именно так сказал диетолог, тебе как раз торм. Ну ладно, надеюсь там, ты ж там под наблюдением, я надеюсь, просто это же вредно столько скидывать за короткий срок. Бери. Да, здесь кругляшей-то нету на в этой игре, не лежат. Тем веселее. Туда, тут надо, блин, подручными средствами. О, сам подставился, дурачок. Блин, кстати, тут тупой бонус, тут надо, блин, кидануть. Сейчас. Нормально. Или тут две дается? А, две? А, каждому, ништяк. Сейчас. Не, отмотай. Ладно, я в следующий раз. Мистер Шамангер, всем привет, привет. А, бомба. Вот, кстати. Синий, по-моему. Синий надо. Синий. А
сегодня красный? Да. Так. Синий. Да. О, Мняка, привет. О, привет, Мняка. Здравствуйте. Нет. Это была... Наверное, это была не настоящая бомба. Быстрее! Перемотай. Слушай, перемотай и перережь красный. Ну, давай. Хорошая идея, кстати, да. Читеры. Шучу. Мы сделали все правильно. Да, мы перерезали правильно провод. Чип, я думал, я упаду в обморок. Что случилось с Дейлом? Он отрубился. Быстрее, фора... этот, как его? Да, что-то, короче, толстопу собрался воровать. Он на корабле в порте. В порту. В порту. Как он поступит с урной фараона? Кто знает? Ну да. Мы должны просто ее вернуть назад. Ну хорош. Тут, кстати, прикольный уровень есть. Ну ёкалманы, ну и кот свалился-то. Сорян. Да, тут секретный уровень, который только вдвоем можно получить. Да ладно, ты всех рыб будешь убивать? Не. Там мышуха. Тут, кстати, два так. Вот как раз он. Выкидывай ящик. Разгон взять. Да не в упор же кидать. О. Итс. Пришло время джема. Отлично, спасибо. Блин, она еще так ездит. Да, в этом не весь смысл. Два лошпека. Нет. Да блин. Есть. О, да, детка. Ну, блин, что я за лох-то? Да, блин! Что за подстава-то? Я проплатил этой сетке. Нифига ты. Скилл не пропьешь. Да блин. Вон, два. Не в сухую. Да. Нет, только он не был в сухую. Давай. Запомнил? Вот это.
жизнь. Молодец. Ну да, неплохо. Плохой ящик. Получил фашист гранату. Кстати, тут наискосок можно. Да, можно. Так Friendly вот. Fire. Да, вот так вот. Плохой ящик. Кстати, на приставке плохие ящики лучше были видны. Не, они сейчас нормально видны. Они были хуже видны на черно-белом телеке, я тебе так скажу. Это да. На котором большинство из нас играло. Играем. Блин, а вот сейчас можно перемотать. Да, ёшкин кот. Есть. Он даже меня, кстати, не задел. Я спас тебя, почти. Да нафиг такое спасание-то надо, ты чё? Да блин. Блин, ну хорош, всё, мы так его не заборим. Перемотка от винта, да. А ты думал, почему она так называется у меня, перемотка? Люблю такие штуки. Да я ж подпрыгнул. Верни назад. Ладно, сейчас возьмешь жизнью, чё ты. Переботка от финта, это хорошо. Да. Ой. Ну что ты? Так. Да, нет. Все. Есть, теперь ты одну сбивай. Отлично. Эти ехидные. А ежи просто. Ежик. Ни головы, ни ножик. Ну блин, ну хорош. Да что ж такое-то, а? Не трожь меня. А эти срущие мотыльки. Мухи. По заднице надо. А, да, то есть. Наверняка. Кстати, вот ты сказал про черно-белые телевизоры. У меня было более веселое. Может быть, помнишь, в «Черепашках-ниндзя» ты когда-нибудь доходил до Супер Шреддера? Да. У него на сеговской игре у него было три различных приема, которые он фигачил. Которые он фигачил разным цветом. То есть, если ты цвет видел, ты мог заранее
ну, как бы предугадать его атаку. Я играл на черно-белом телевизоре. То есть у меня был полный рандом. Mm-hmm. Так, сейчас нам надо тоже мячики что-то. Да. Норм. Всем привет. Видеодром пришел. Привет, все. Видеодром, молодцом. Что, только жизнь и все? Ну, не жизнь, а эти... Сердечки. Хелса, да. Обезьяны, которые кепками кидаются, да. Насрал таки на голову. Все-таки насрался на этот. Ох, ёкал мане. Наверх надо идти, да. Одному можно наверху, одному понизу. Сейчас. Да ладно, я взял. Кстати, несложно. А ты успеваешь? Успеваю вообще без проблем. Я вообще нифига не делаю. Давай, тащи Индиана Джонс. Он не Индиана Джонс. Ой, я отвлекся на стрим. Вообще, чип в честь Индиана Джонса одет. Ты что, не знал? Нет, я знаю, что типа у него этот, а этот в честь детектива Магнума одет. Я тоже в курсе, да. Да блин, можешь отмотать, пожалуйста? Ну куда ты там? Небольшая задержка все-таки есть. У меня даже иногда внизу справа горит значок интернет. Видимо, игра больно мощная. Сраски играть в Чип и Дейла весело, ты в любом случае куда-то летишь, пишет Мняка. Ну, мы еще, видишь, мы играем в этот, в читерскую версию, официальную, которая, да, с этими. Так. Зачем ты несчастный коврик подбил? Да, прям читерская шупипец. Урна фараона пропала. Да. Мы даже не, даже нет следов. Вжик. Что там говорит такое? Хенчмен, это хенчмен, это что? Приспешники. А, приспешники. То есть, допустим, зашли на фабрику. В доки, в доки. А, да, в доки. Склад, наверное. Вперед. Так, и чё? Здесь темно. Дверь закрылась. Да. А, сейчас без босса, надо сейчас просто выбраться на время. А, холодильник? Да. Ха-ха-ха-ха, добро пожаловать, мои маленькие спасатели. Я ждал этого долго. Дейл, толстопуз? Толстопуз. Единственный. Да. Я сейчас не успеваю так переводить. Ты украл урну фараона. Правильно. И он полон древних духов. Злых духов, да. С помощью этого я изменю мир.
Буду править миром, точнее, да. Ты никогда не... Ты не уйдешь с этим, Тостопуз. А что ты сделаешь, чтобы остановить меня? Ты в гигантском холодильнике. Ты будешь заморожен через 3 минуты. Ха-ха-ха. Надо выбираться. Психованный пингвин. Бежать! А, да, здесь сосульки еще. На них уж не напороться. Пить твою мать, а? А ты что, не помнил? Да я забыл. Фу, успел. Наверх. Комбо. А вот и все, кстати. За 2 минуты прошли. Минуту и одну секунду. Все равно всем попыток больше, все равно. Потому что ты набираешь значков больше. За каждый там 100 дается попытка. Вот за эти вот Risky Rangers. Да, значки. А раньше цветочки были. Прогресс. Да. Снайпер. Ты опять коврик сносишь. Читер. О, привидение. Один из моих любимых уровней. Везде привидение. Тостопуз должно быть открыл урну. Смотри, они идут из того склада. Ты имеешь в виду из Сакакаклада? Тот склад проклят. Да. Он такой, соберись, ты же Рейджер. Да, это привидение. А это привидение? Как там, помнишь, мультик был? Каспер? Такой, привидение? Долбанные свечки. Со времен красавицы и чудовища их не уважал. Это свечное неуважение. Дискриминация по свечному признаку. Кто стучит-то, господи? А вон внизу. Дверные замки. А ты думал, к тебе в дверь? Нет, если... Налоговая. О, здесь будет весело. Здесь сейчас свет будет отобраться. Да-да-да. Эту хрень убить нельзя. Да, эти картины лучше проходить днем. Ну, а точнее днем, а. Да блин, не успели.
паузу поставил? Нет. У меня завис экран. У меня тоже. Этот дом действительно проклят. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я только сейчас обратил, у тебя 4 сердечка. Она не отжимается, кстати, пауза. Так это не пауза. Наверное. Наверное. Ну, что-то с игрой. Игра, да, зависла. А я не сохранял ее. А тут можно сохранять? Да, прикинь, ее можно сохранять. Ты не сохранял. Отлично. Я не сохранял, я лох. Я не знал, что она зависнет. Ну, блин, вот расслабился. Раньше, блин, было по 5 сохранений минимум, друг за другом чередующиеся. Доигрались в свои игрульки, пишет дядя Витя, да? Доигрались нафиг. Это все проклятый дом. Проклятый старый дом. Ну что, а сразу там кодов на пропустение уровня, на пропуск уровня нет случайно? Нету. Ну давай фастраном сейчас. Сейчас. Сейчас я посмотрю, может быть, можно как-то игру запустить, ну то есть уровень выбрать, там может быть есть, там вечно какая-то фигня, сейчас я гляну. Нажал, ждем. Это получается последняя игра, которую ты не прошел, да? Нет, я-то ее проходил один. Просто не на стриме. Ладно, давай по-быстрому. Ну, давай, это все видели. Че, мне можно вообще не играть? Ну, я же сказал по-быстрому. Ну вот. Кинескоп посадишь. Давай играй, ладно. Такие ящики не отбиваются. Фейк. Ящик с ножками. Блин. Кинескоп посадишь. Мама блок питания заберет. Или так, да. Че, по пробкам? Ну и давай ты по пробкам. Ну, блин. Сейчас, закинь. Слежни. Ладно, пофиг. Ух! Это, попытка. Отмотай, там попытка. Ну и как? Дай на меня прыгать. О, ништяк. Вдвоем вообще фуфло. Это не мы с Лежным. Фастран.
Волкер Механович, а на чем играют? На ПК играем, на ПКшечке. Причем через инновационную систему Steam Remote Play. Рекомендуем. Блин. Ты что, уже умер, что ли? Господи, как ты успел-то? Ну, недаром я за Дейла играю. А что тем тебе Дейл не нравится? Ну, он же менее квалифицированный. Нет, вообще неправда, кстати. Я все время считал, что, кстати, они дополняют друг друга. Дейл в некоторых моментах гораздо более сообразительный, кстати. Каких? Ну, он просто более ленивый, наверное, но так-то нет. Видишь, ребят, кстати, вот напишите, реально, что, неужели чип лучше Дейла? По-моему, не в этом-то вся и фишка, что нет. Ты что ли взял? Я подбил, да. Что? Ну давай, давай, еще раз. Давай я... подожди, подольше перемотай. Ты одну сбивай. Давай. Красный. Классика. А сейчас играй, прикинь, пожалуйста. А сейчас не красный, прикинь. Они там рандомно меняются. Сейчас узнаем, кстати. Нет, красный всегда был. Главное, откуда я его знаю, если я на китайском всегда рандомно фигачил. Ну да, шутейка, да. Но по сути это никак не влияет. По сути, нет. Если она взрывается, говорят, это, видимо, фальшивая бомба. Ну, она так пшик. Ура. Пошли, нафиг эту рыбу. Ты же сам сказал. Я забыл, раз. Что у нас, да, у нас с тобой забег. Сейчас она выпрыгнет. Баскетбол нафиг? Ну, да, наверное. А там одна попытка всего. Тем более на стриме мы его как бы показали и харе. Странно, летучие мыши все зеленые. Слушай, надо после каждого уровня сохраняться, наверное. Сейчас вот после сохрани этого. Сохрани сейчас. Сейчас? Да. Офигеть, сохранить, загрузить. Перезагрузить вообще сложно. Так. Сохранил? Да. А Вика Кранк пришла, кстати, на стрим. О, привет. Прошу прочитать себя в чате. Салют, Финн, привет. Привет, привет. Как самочувствие, Вик? Расскажи, играл ли ты в Чип и Дейла и кто тебе больше нравился? У нас тут спор возник. Кто лучше, Чип или Дейл? Просто я считаю, что типа, ну, без разницы. То есть не то, что разница есть, но она не настолько, чтобы говорить, что кто-то лучше. О, сейчас будет весело. Я, кстати, в детстве не мог пройти этого босса. Для меня он каким-то сложным был все время, прикинь. В детстве он вдвоем порой напрягал. Мешались друг другу. Да. Я... Блин, зараза. Мы с братом проходили, поэтому... Ой... Перемотай. А чё ты его не ударил? Это, кстати, вариант. Ну, не такой, конечно, но... Да блин, но... Ну ладно, перемотай обратно. Всё. А этот раз... Когда мы его ударили, ты чё? Да хрен с ним. Вот, ударили и все. Ну и...
На, давай сам. Нафиг ты меня взял? Что? Самоубийца. Ты, по-моему, не понял фишку-то, как это вообще работает. То есть отбегать нельзя, наоборот, надо набегать, чтобы он кинул вот сюда все. Перематывай. Ну а сейчас что не упало? Ну вот что-то не упало. Так и шо? Блин, перемотай чуть-чуть. Не, обратно перемотай. Я все-таки давай попробую взять его. Сам бери. Давай, давай. Господи. Окей. Вот тут да, прям друг другу мешаемся. Да. Так, Вика пишет, что чип лучше. И горло неделю уже не проходит. Это плохо. Это плохо, что горло не проходит. Надо что-то пить от горла. Да, ну, не холодное пиво, это точно. Не холодное пиво и не чай с лимоном, кстати. Почему это чай с лимоном? А потому что лимон раздражает. Верни, пожалуйста. Не, посильнее перемотай. Да давай, ты-то одну попытку-то уже взял. Вот так вот. Командная работа. Сохраняй. Да. Так. Если, кстати, много этих рыжих собираешь, у тебя 4 сердечка под становится. Такое колдовое меню. Да, отличное меню. С мурвиглазными цветами. Так, и что? Так, а мы где застряли-то? Мы прошли следующий уровень с холодильником, да? Да. И не прошли дом ужасов. Дом. Проклятый старый дом! Так, сейчас я прочитаю чат. Так, Сергей Белый. Сегодня вы с Дейлом поднимаете коробки, а завтра пойдете на улицу Матиза поднимать. Да. Спойлеры. Я уже сказал, что завтра я не могу. Я могу в воскресенье. Не, а я могу. Прикольно. Потом расскажете. А, вот и убиваю его сам. Что за обратная Хорошо. Перемотка? Макс, ну ты тоже пришел опять в середине. Как там в этом? Большой Лебовский, заткнись нахрен, Донни! Ой. Ну ладно, пофиг, сейчас дадут. Короче, Бакс, эта игра называется Chip and Dale 2. Входит в пакет... как это? Disney Afternoon Collection. Там есть перемотка. Можно нажать и перемотать. Но правда, если хотя бы одну игру пройти без перемотки, то дается ачивка. Типа old school? Типа прошел хоть одну игру без перемотки, как дурак. My bad.
победил. Самый быстрый метатель ящиков на Диком Западе. Ну чё? Дай ты направо, я налево. А тут вряд ли получится. Ну давай. Почему? Судьба благоволит тебе. Наверное, самый простой босс здесь. Ну, кролик тоже несложный был, кстати. Не, кролик можно заморочиться. А помнишь страуса в часах? Да. Че только тебе попадаются ящики? Не, вон твой, бери. Теперь главное не промазать им. Ну ладно, да, в меня не попади. Не та фраза, пишет Вика. Где мои деньги, Финтовски? Да это наоборот, он должен спрашивать. Да. Евгений Трусовцов. Всем привет, Дейл веселее. Вот я говорю, Дейл веселее, но... Нифига-то опять. Ручки-то помнят. Так, пропускаем, это все, холодильник. Пошли. Да, тут вообще, блин, жесть. Тут надо все быстро делать. Музыка зато прикольная. Ну черт, а я хотел пингвина жахнуть. Ну мы ж типа спешим. Спешащие спасатели. Осторожно. Ну блин, я же говорил осторожно. Да ты же меня и скинул. Да нет. Не было такого. Было. Я все помню. Мало того, что здесь из-за льда это движение. Вот и все. Еще быстрее, кстати, сделали. За меньше, чем за минуту. Давай. Сохраняйся. Как классно, да? Сохранить можно, да, даже? Официально, то есть не через какой-то раньше, это... Раньше вытаскиваешь картридж, продуваешь картридж. Да, потом скачок напряжения, ты такой, теть твою мать. Опять выключили все. На клаве гамути... Нет. У меня джойстик. Геймпад, вот. Джойстик. Геймпад, да. Деревня, да, вот. Безымянного героя, у тебя какой джойстик? У тебя PlayStation. Вот. То есть у нас вообще полная толерантность, видите, у меня от Xbox, да. А как так-то? Я тебя спас. Не благодарим. Энпи, привет. Ну все, читерское издание с сохранениями. Да! Тук-тук. Кто там? По башке ему. Ну я все жду, кстати, этот. Будет ремастер второго ЧПДЛ-то? Боюсь, уже нет. Заходим. В прошлый раз мы где-то здесь с тобой погорели. Это проклятый старый дом. А так можно? Эта зараза, она еще летает за нами? Да. Ну, благо, ее быстро за экран можно прогнать. Так, давай, бри.
О, нифига, она еще сюда может прыгнуть. Сейчас. Чит. А, блин. И чё? Надо нажать две кнопки. Каких? А вот будем методом перебором. Сейчас. Нет, ты стой на месте. Сейчас, пожалуйста. Так. Теперь на нижнюю давай. Странно. Попробуй ты теперь перебирать. Я что-то этого не помню вообще. Давай среднюю. А когда ты... Когда ты один, достаточно одну кнопку. На... А, ее вообще, по-моему, нету. О, кстати, мне казалось, не верхний. А, ну тебя просрал уже, да? Ничего страшного. Я с братом гораздо больше играл, у меня больше боевого опыта. Я просто вот эти не помню. По-моему, ближняя к тебе попытка, по-моему. Самая, да, четвертая. Я как пьяный мастер такой. Хоп-хоп-хоп, все посмотрел. Ну да. Месть. Оу-оу-оу. Нифига ты отомстил. Сейчас, подожди. Все, разрулили. Черт, ты помощный. Так. А, вот так вот даже. Так можно очень быстро боссов убивать. Толстопоза в конце просто разбираешь. Не-не-не. Ты дожидаешься, когда моргать начинает. Ну ладно, бери камень тогда. Ах да, он еще и так может. Спокойно играем. Класс. Хорош перемат, да. Она и так легкая, пишет мне. Да как сказать? Когда со мной играешь, ничего не легко. Из-за того, что мы играем по Remote Play, у меня небольшая задержка. Да, у нас еще, да, у нас еще немножко падает скорость. Вот. И обратная связь немножко страдает. Да что ж такое-то, а? Опять он взял. Так. Это, кстати, урну как раз. Закрыл. Мы сделали это. Все привидения должны исчезнуть. Энпи заплатил. Сейчас, сейчас прочитай донат. Финтус заплатите чеканные монеты. О-оу. Финтус заплатили чеканные монеты. О-оу. Заплатите, да, да. Энпи, Жень, спасибо большое. 149 рублей. Огромное спасибо. Приходите в Эмусент. Парк какой-то, что за парк такой? Не знаю, пропустил. Да, три уровня.
Да, причем мы выбирали случайно... Фьючерленд, Клок Тауэр и этот... Это Amusement Park, парк развлечений. Ага. Я с Раськой проходил, это сложнее. Может быть. Ровно 899. Да, класс. Сейчас закупимся. Ведьмака. Мы с Раськой ее, блин, сколько раз проходили. Здесь было очень... Так, чё, куда пойдем? Да, без разницы, все равно все же пройдем. Мне вот этот уровень... Там есть уровень просто дурацкий с этими с вагонетками. Он, блин, да. тупо все время выглядит, блин. Что мне нравится в этой части ЧПЗ, так это музло. Да, оно лучше. Хотя оно и в первой было неплохое. Сохранись. Насрали тебе на шапку. Такой момент надо сохранить. Все, берем ведьмака, короче. Класс. Все, часов на 80 ты выпадешь. А, да, примерно так же, как я выпал, когда купил Red Dead Redemption 2. Знаешь, на сколько выпал? Не на сколько. Купил, блин, на прошлый день рождения и так и не поиграл. Спасибо тебе. Ты что, решил? А. Тормози. Да. Сложно, вырубай. Что сложно-то? Так, спрыгиваем. Ну, я говорю, сложно, вырубай. Сейчас, подожди. Стоп. У меня почему-то все время наушники выпадают, блин. Уши подросли. Уши подросли, да. Пока ну, сижу, они все время растут. На каждом стриме. Сохраняйся, ты на вагонетке теперь. А, я сохраниться? Не, давай на вагонетку. Давай, я встал. Да блин. Зашибись. Давай, назад, назад. Во. Так. Ой, блин. Так, я поддам скорости сейчас. Смотри, давай, я сейчас будем подъезжать, я поддам скорости. Спрыгиваем. Сложно перематывай, да. Сложно перематывай. Так. Да, пошло все нафиг, я домой. Да. Ну вас нафиг, пацаны, я домой. Ну что ж такое-то? Оставлять? Надо, сложно перебатывать. Перебатывай, спрыгиваем. Она вниз, что ли? Не. А. Ты змеюка, а? А-а-а. О, картежник, шулер. Все сразу получили по шапке. Это гамбит. О, кстати, можно им мною кидай. Ну, уже поздно. Нормальным. Ну, это не очень нормальным. Ну, ладно.
Ой, блин. А, блин, он зажимает? Да, блин. Ты приматывай подальше сюда, а то не успеваешь подготовиться. Чуть-чуть. Ложись. Ну да, ты все равно жизни просрал. Да пофиг. Найт Шлурман. Чего? Найт что? Шлурерман. Хотя нет, Шлурерманы здесь вы. Чип и Дейл, повелители времени. Шлурер... Шулер. Чего? Я не понимаю вашего диалекта, Сергей. Вы что? Да, а зачем ты? Ты же попал. Да я дурак, потому что. Мы нашли ключ. Как этот говорил-то? Эйс Вентура во второй части. Любя, пук! Я не понимаю вашего диалекта. Давай, ставь. Так. Да, башню с часами. Там этот дурацкий птица, это со своими этими шестеренками. О, тут не только одна. Сейвиться будем? Да, правильно. Висели над камином застывшие часы. Что-то сегодня на киша тянет. Ничего тебе не могу сказать по этому поводу. Что, не фанат киша? Вообще нет. А это эти чуваки, которые все яйца током бьют. Не знаю почему. Но они мазохисты. Да блин, вы не думайте, я не настолько хреново играю, но просто, блин... Не-не, именно настолько. Задержка небольшая, это, блин... Пинг! Да-да, вали все на пинг. Ящик брать будешь? Ну ладно. Пофигу, играем. Что за... Спасибо. Оп. А я тут при чем? Ты меня столканул. Не успел. Я даже забыл, что так можно было. Да, здесь как в черном плаще можно укрыться. Блин. В платформерах и файтингах пинг, конечно, знает. Чип и Дейл, повелители времени. Да, 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 именно так. Не-не-не, этот. О, командная работа. Чип и Дейл, орехи времени. Да, да. В их случае, да, орехи времени. Интересно, а почему ты подпрыгиваешь? Раньше такого вроде не было.
Видел, да? Ящиком снизу? Когда... Я понял, да. Давай прыгай, а то сейчас я вверх поднимусь, и тебе... Пофигу. Пофиг, девки пляшем. Так, я его помню. Он сейчас будет... Страус. А-а-а! Ты его помнишь? Да. Но, видимо, плохо. Давай с самого начала. Не тронь меня. Ну вот, что ты сделал? Нет, ты сразу из него выходи. Что ты? Я не могу выйти. Ну куда вот выходить? Ты мне, блин... Ладно. Не тронь меня. Давай нормально его убьем. Нормально долго его, дольше его убивать. Блин. Просто когда валишь друг другом, это вдвойне мощнее. Ничему-то не учишься, да? Ну я что, ясновидящий, что ли? Да он почти все время наверх фигачит. Я все жду, когда он уедет. А вот сейчас. А, нет. Молодец, только чуть-чуть попал ему в голову. Если честно, не понимаю перемотку, только если показать контент, а так-то челленджа никакого. Любую игру 8-16 бит можно тогда пройти. А смысл? А смысл, Сергей, в том, что и она там есть, и она разрешена. Это не читы, это встроенный механизм в игру. Вот почему мы ей это пользуемся. Это ремастер, за который деньги получены. Да, за него деньги получены, между прочим. Да, блин. Остался мир будущего. Брейд напомнила. Брейд. Что за Брейд? Брейд это платформер. Но Брейд больше по канонам Марио сделан. К тому же там как бы смысл. Слушай, я как-то забыл, что это мир будущего. Я думаю, это просто типа завод. Нет, тут сейчас будут песики механические. Не, понятно, но я думаю, это завод. Не. У нас же на каждом заводе пёсики, да? Любите, знаете, пёсики? Пёсики. И, кстати, этот, Сергей. Если вы готовы смотреть, как мы 8 часов будем проходить олдскульную игру, то можем и без перемоток. Никаких проблем. Можно этот, указать это в пожеланиях. На следующий стрим. Оставь хоть меня один ящик. Блин, чем я отбиваться буду? Все, пошли нафиг от него. Он нехороший. Так, они... Так, тут быстро надо. Давай, 3-4. Ну что ты? Возьмешь меня лучше? Хорошая идея, кстати, да, давай.
бонусный уровень был? Нет. Кстати, да, ты прав, пёсики как в первом уровне, первый этот. Почти, только там они всё-таки ходили. Ну, похоже, да. Оп. Стой. Толково придумано. Это очень полезная фича. О которой, кстати, мы с братом совсем не сразу узнали. Она мощнее обычного снаряда раза. Так, это чё? Ах, идите твою мать, да. А, да, противная штука. Блин. Нет. А-а-а! Зараз, да? Там надо попасть еще. Давай я тут в уголке постою. Давай. Да что ж такое-то, а? Читай чат, что там пишут. Я не могу. А, не можешь? У меня старый этот, устаревший инфо. Сейчас могу переподключить на этот. На телефон. Да не надо, сейчас прочитаем все. Ну почему же? Я не занят. Не-не-не, это схоже с звалками, где есть донат типа уплочено, пресс X to win, пишет маньяка. По поводу 8 часов, Кай, был стрим, где мы с Райской прошли ее за час-два. Какие 8? Я готов смотреть 8 часов прохождения, но ноунейм, 8 битки смотреть. Тот же Кулхард 30 часов проходил Star Wars. Так, зачем мы про Кулхарда говорим на стриме? Он не заплатил за это. Ты что? Сергей. Ты что пишешь? Ты такие сообщения только за деньги читаются. Вот. А, так, проходил Star Wars японский 5-6 стримов, я смотрел. Ну, окей. А мы угораем. Мы угораем, мы специально взяли эту. Ну. Да не специально, блин. Просто чё не пройти-то, раз теперь она есть. Без вот этого, знаешь, настроить, чего-то там настроить и так далее. Сколько ж, блин, прикольного музла было в 8 лет. Да. Вжик сказал жж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 
А его нет. Куда он делся-то? Секретный проход. Осторожно. А, все. Это уже завод. Так. Погнали. Погнали. Ну нафиг ты так сделал-то? Перепрыгнем просто его. Mm-hmm.
Я помню, тут какая-то херня с мечами есть. Это вообще же, блин, какие-то петухи побежали. Петухи. А-а-а! Да что ж такое-то, тебя уже два раза ударили. Давай, догоняй быстрее, не стой там. Спасибо. Так, видимо, надо нести друг друга. Так, я готов смотреть. Так, понятно, опять про Кулхарда, за который не заплатили. Имеет место быть, поэтому пишу, что имхо. А, ну имхо, ну тогда да. Ох, ладно. Спасибо, я уже угорел по этой. У меня, знаешь, у меня на этот случай есть капхет. У меня на этот случай была планета X в Гексе. Ну, вот поугарать по хардкору. А я вообще на стриме Дэдпула прошел на хардкоре. Да. Что, ребят, после этого. То есть тут как бы речь-то не идет. Сохраниться не забудь. О, спасибо. Да, 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 спасибо. Евгения Трусовцова, спасибо большое, что напомнила. Так, сохранить. Что, блин, полтора раза игру проходить неохота. А мы и так уже полтора. Дайте два... О, правильно его Женька пишет. Дайте два двум взрослым мужикам пофаниться. Тем более, я просто объясню. Мы, если бы это было мы бы были сыгранные игроки, другой вопрос. А мы-то как раз не сыгранные ни хрена. Дело не только в сыгранности, дело в этом. В том, что... Так, здесь я переключил на вперед, чтобы она нас гнала. Дело в небольшой задержке. Может, на стриме, ребят, вы ее не видите, но она есть. Та самая задержка, которую хорошо видно, когда сам играешь и чувствуешь. Или когда приходится с лагами играть и заранее как бы подгадывать прыжки и все остальное, это сложно. Да и вообще, у меня пульт не от Дэнди, так что чё вы там... Да и у меня так-то тоже. Сейчас опять петухи, наверное, побегут какие-нибудь. Петушары. Мне больше повезло. Да. А, ты про эти шары? Угу. Я и забыл про них. И главное эту фигню не убить. Угу. Да я офигел уже от этого уровня, честно говоря. Ой, что-то странное было. Сможешь ящик вытащить? Угу. Сидишь? Не вставай. Да. Все, перед боссом. Сохранись, не забудь. Да, 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 сейчас сохранимся. Прям перед боссом сохранимся.
Бери. Спасибо. Ты хоть вверх их выкидывай. Да, я помню, с прошлого раза мне тоже говорил, выкидывай их вверх, а я что-то не выкидывал ни хрена. Получил, да? Да. А как так-то? Это разогнавшийся ящик, что ли? Да, мигающий. Мог бы перемотать, послушать, что он там. Ну давай. Переводим. Добро пожаловать, спасатели. Я ждал вас. Ты никогда не сбежишь, Толстопуз. Сдавайся. Вы никогда не победите меня, спасатели, в диалоге вообще. У меня есть ультимативное оружие, робот-толстопуз. Дейл, ты что-то слышал? Берегитесь. Тут перестраховаться? Да он легкий. Да я помню. Тут вся фигня с боссами, вот как я заметил, мы друг другу мешаем, блин. Спасибо. Ну что ты сделал-то? Ты хочешь его так валить? На самом деле, если друг другом жертвовать, то там еще... Давай есть... мной, давай мной, ладно, фиг с ним. У меня жизни вроде много. Давай еще раз, у если что. Вообще 5, по-моему. А сейчас он будет скидывать бомбу. Это бомба! Удобно? Кидай. Ну да. Попали. А, слушай, реально быстро. Бери меня-то. А, сейчас он сбросит, да. Он еще, кстати, ни рукой, ни шариком еще даже не действовал. Я рад, что пригождаюсь тебе. Вообще на изи. Да, если кидаться другом, а если бомбой, особенно если не взрывающийся, просто бы там руки отдал бы, короче, можно было бы с ним кататься. А я, кстати, ты видел, я чудеса на виражах-то прошел. Видел на стриме. Угу. Ну, это жопа. Я Карнажа, этот, как там, капитан Карнаж или как его? Дон Карнаж. Дон Карнаж, да. Я его в конце так не проходил. Я доходил до него, ну, без, на Денди еще, но... Что ж ты творишь-то? Все запорол. Потолок. Странно, шиз Гирин Вей, потолок у них это ши, впервые. Типа мы выследим Толстопузом. Разве это не конец игры? Конец. Тут заставка просто длинная, конечно. Чип и Дейл, этот... В ловушке внутри. Мы потеряли ребят навсегда. Такой, черт возьми. Чип, Дейл,
Слава богу, вы живы. Вы спасены. Мы почти не успели. И мы не схватили толстопуза. Он должно быть погребен внутри. Ну, в смысле, остался. Насколько я знаю толстопуза, он сбежал, как и планировал. Акцент пошел британский. Да? Да. Так он же, кстати, австралиец. Ну, окей, австралийский, пофиг. Ну, типа, что надо будет преподать ему новый урок? Правильно, спасателям? Берегись, толстопуз, тить твою мать. Мы спасатели. Мы спасатели. А, во-во. Мужик такой, не пришей кобыле хвост в этой части. И муха прилетела, да. Все. А в следующий раз, мальчики и девочки, мы будем играть в контру. Ну это да, это смотря на каком канале тоже. Потому что у меня по этой игре, в принципе, все пройдено, кроме... Ну вот эти всякие там зарубы есть, типа там победи босса, победи то, пройди игру менее за два часа. Наверное, ее можно пройти любую менее чем за два часа, если засесть. А, там причем мне надо типа сделать именно рейд на игру. Вот, друзья, пишите, что вы хотите, чтобы еще я поиграл. Вот, вообще у меня, поскольку праздники кончились... У меня в планах вернуться к Хитманам. Следующий Абсолюшен, если вы помните. Вот. Но, наверное, это будет чуть попозже. Сейчас мне тут надо разобраться с роликами. С двумя, я надеюсь. И допройти Tomb Raider. Какой-то Tomb Raider. Так, а ты что, у тебя стримы будут? Да. Думаю, да. Ну, как бы, надо было этот для начала закрыть. А то посмотрим. Все тогда, наверное, будем прощаться. Да, друзья, все, тогда до свидания. Спасибо за донаты огромное. Куплю Ведьмака. Вот, спасибо большое. Спасибо всем. Куплю жене сапоги. Да. Вот, обязательно. Куплю Ведьмака чеканной монетой. Эти, какие эти-то? Мистер Шамангер, Мняк, АНП, Евгений Трусовцова. Так, дайте всех поблагодарим. Всем. Да, всем. Макс Коржик, Сергей Белый, Вика Кранк, Волкер Механошин. Всем спасибо, что пришли. Видеодром был. Red Wings, дядя Витя, да, конечно же. Вот, всем спасибо. Да, со мной был сегодня Безымянный Герой. Ссылка на его канал есть в описании. Стрим, естественно, будет удален с основного канала и перезалит на дополнительный. Поэтому, если хотите его пересмотреть, то подписывайтесь на канал Финт Маклауд. А также подписывайтесь на канал superhero.su, чтобы смотреть всякие другие ролики. Вот. В основном супергеройские. Да, и писать автору канала, где ролики вообще. Ладно. Уел. Да. Все, друзья, всем до свидания, всем пока. Спокойной ночи.